сейчас будет звучать. Много есть музыки, которую, послушав, люди говорят, что это саундтрек к кино. Вот. Ну, наш коллектив называется «Paphnutius Dreams», и прекрасный человек Прокоп придумал отличный русский перевод «Грёзы Пафнутия». Вот. Это будет музыка, которая возникла как сон, и, в принципе, все композиции — это какие-то обрывки такого полуобморочного, полуневнятного, полубольного состояния или полуздорового. То есть, я не знаю, стоит ли хлопать там, потому что, ну, в общем, я надеюсь, что то, что мы задумали, удастся передать через звуки, и мы начинаем. Thank you.
Я плаваю, не умею.